Всем привет! Это Данил, это канал Бековская. Всем привет, долгожданные мужбаны. Мне нравится, что эта лампа у меня в очках отражается. Прям видно. И мечки. Что-то, да? Так, сегодня у нас на мукбанг традиционно доставка роллы с ушков. Все. Опа! Это что, роллы с коноплёй или что? А, это Зоя на кухне. Нет, это конопля. С коноплёй? А где они, семечки, эти конопли? Сверху. Нету их там. Где-то должны здесь быть. Да чего? Вон они. Есть, вон они. Что-то их как кот наплакал. Короче говоря... Это, я как понимаю, заправка к ним. Ты уверен, что это роллы с коноплёй? Да. Я так же уверен, как тебя зовут Надя. На. Короче говоря, решили мы попробовать новинку от Сушкова. Слушай, полей вот этой штучкой. Сейчас я полью. У них появились роллы с коноплёй, точнее, с конопляными семенами. Сейчас я вам покажу, как они должны были выглядеть на сайте, и вот как они выглядят здесь. Поэтому я что-то немножко даже засомневалась. В чем прикол этих конопляных семян, честно, не понимаю. Заказали просто, чтобы попробовать. Там у них написано, вот, кстати, что метаболизм улучшают. Улучшают там настроение, улучшают... Рассеримся. Что-нибудь еще. Что-то хорошо там? Ну так, все, выдела. Попробуем. Держи, кстати, свой прибор свой рабочий. Давай. Ну что? Я сегодня, ребятки, решила не сильно краситься, не прихорашиваться. Ты всегда хорошая. Да, спасибо. Мне не нравится, что лампа у меня отражается. Попробуй. Даже чуть-чуть сюда махну. Давай. Не сильно. Ну-ка. Я без солнца съем. Своего. Ролл вкусный. Но фишки не понимаю. Но фишки не поняла. Причем тут конопляные семена? Не, ролл вкусный сам по себе. Не поняла прикола. Может, закончились? Сами употребили. Ну что, как тебе? Вот заправка вкусная, кстати, сверху. Это вкусная. Вкусно? Вот. Нет, это вкусный, но прикола не выкупила. Ну, как и любой другой ролл. Могу съесть, но... Ну, типа, я так понимаю, это какая-то рекламная заманука просто. Конопляный, конопляный. Знаешь, как ассоциация, что конопля — это запрещенное вещество, а не всегда. Конопляные семена, между прочим, очень полезны как добавка. Это не обязательно что-то наркотическое. Да ты эксперт, эксперт. Даже тебя с авокадо не спели, не конила. Ой, у них вкусная авокадо у Сушкова всегда, спелый. У меня салфетка. Но... Мы забыли с тобой поздравить мужчин с 23 февраля. Я поздравил. Тихо, молча про себя. Ты что-то не в настроении сегодня? У меня прекрасное настроение. Дальше на меня что-то свалит, что я не в настроении. Я прекрасно чувствую. Смотри, какая-то палочка мне обожженная попалась. Бракованная. Ай, плохой Сушков. Фига, вкусная. Очень вкусная сегодня. Свежая? Прям рыбка чувствуется вот эта вот. Сегодня Сушков меня радует. Сегодня все вкусно. Как вы спраздновали 23 февраля, народ? Пишите в комментариях. Сегодня очень вкусный лосось у меня. Сегодня вкусный лосось. Очень. Прям чувствуется хорошо вот так. Вот этот ролл с коноплёй там чувствуется как маринованный огурчик или что-то, это какой-то вкус маринада. Это в соусе. Вот в этом соусе. Очень приятно. Как тебе кольцевая лампа? Мне бесит, что она отражается от очков, и у меня пол лица не видно. А если я сниму очки, то я потом не вижу, что там. Я для чего снимаю на фронтальную камеру? Чтобы видеть вообще, что в кадре. Если бы я не видела, что в кадре, у нас бы такой трэш-контент был. Да я в курсе! Я так уже понимаю. Вот поэтому я и смотрю на фронтальной камере, чтобы всякий трэш не происходил. Кашка. Ну, я обиделся, все что.
напьюсь и умру и буду в ямах Новиграда. Я хочу завести вторую собаку и назвать ее Плотва. Я теперь жалею, что мы Вишню не назвали Плотва. А за сегодня обратите внимание, что у меня начала расти борода. Сидел сегодня как попугайчик, рассматривал свое тело. Мне на самом деле всегда хотелось, чтобы у меня была бородка, но типа, скажем, мать природа меня в этом плане обделила. Не получилось. Тут я должна оставить шутку про второй подбородок, но не буду. Иди в жопу. Я как начну, типа, это разоблачение Николая Бековского снимать, у тебя как руки дойдут. Я такого не снимаю. Это целое портфолио. Собака поможет. Ой, горчичка. Зачем ты ел горчицу такую? Я слизнул. Я не думал, что это будет печально. Ты же не ставишь это, что я сказал? Я все вставлю. Не похер, вставляй. Ну, вкусненько как-то. С рыбкой вкусненько, да, согласна. Ну, ее положили нормально, то есть как бы кусочки такие, типа, не маленькие. Я чувствую рыбу прямо. А он еще, типа, вот видишь, палочки же надавливаю, она не расходится, типа, там, эти волокна. То есть нормально мороженое еще. То есть не бери мороженое еще раз. Это вкусно? Это вкусно. Да, стоит своих денег. Ну, как безобидно, подкалываю. Безобидно. Когда мне в магазине сказала, что я жирный, продавщица. Когда такое было? 4 года назад. Ты не бери булочку, не давай мне булочку, он жирный. Не было такого. Я был даже не такой жирный. Не было такого. Ты был тогда нормальный. Это обиделся, ты уж вышла и не поняла, что ты еще извинялась, пыталась. Я бы тебя простила, прошли года, а шрамик-то остался. Что это за исповедь? Было так, мы пришли за этими булочками, у нас пекарня открылась в доме. И мы начали туда ходить достаточно часто, покупать там булочки. И что-то женщина там такая, типа, ой, типа, вы у нас постоянный покупатель, что-то типа того. Я говорю, да, постоянный покупатель, мы тут, типа, у нас уже на лице написано, что мы к вам часто ходим. Ну, типа, намекнула, что мы от булочек щеки отъедаем. Ага, намекнула, ты сказала, что он жиробас. Жиробас не давайте. Понимаете, он это так воспринял, он до сих пор мне вспоминает. Причем я сказала, у нас, наверное, уже на лицах написано, что мы любители сюда часто заходить. Так мягко говоришь, там кто-то была... Я не говорила. Вот щеки, говорит, не давайте. Ты сейчас разгоняешь? Я плачу в душе. Да ладно, че? Я не обижаюсь. Я же плюс сайз. Плюс сайз. Хватит меня троллить. Вот он сейчас меня троллит. А я всегда это воспринимаю за чистую монету. У меня всегда чувство вины. Что вообще у нас за семейная разборка на камеру? Дом 2 устроил. Трон 3. Кого? Трон 3. Какой трон 3? Попу потери. Что за жесть ты устроил из доброго мукбанга? Чё? Он был со злым. Вы не видите, что происходит за камерой? Меня побивают. Я чего-то не знаю. На самом деле мы находимся в Екатеринбурге. Меня держат на степях Казахстана. В рабстве. Трэш сегодня, господи. Я еще подумаю 10 раз, выкладывать это или нет. Давай, я сюда снимаю, почему мне не нравится поболтать. Че ты поболтаешь? Ты сейчас сидел какую-то ахинею. Что я тебя жирным обзываю, что я тебя обьюсь тут в хвост и в гриву. А собаку что ты пинаешь? Собака это у нас вообще главный абьюзер нашей. Ты пинаешь ее постоянно. Ничего не несешь. Ты недавно тапком ее била. Ты что несёшь на камеру? Тогда не есть люди, кто в это поверит, а потом мне предъявы посыпятся. Ты зачем такое говоришь? Постоянно говорю, что она плохая. Вот так, ты сейчас ты лапу даст, значит, это была неправда. А если не даст лапу, значит, я в клеветун. Ужас, я туда не это выкладывать не буду. Вишня, дай лапу, если мама плохая.
Какой ужас. Да слушай, ну шучу, я тут балуюсь, все, играюсь. Весело. Это такой новый формат мукбанга. Нет, есть-то просто люди, которые это за чистую монету воспримут и поверят. Что у нас собака сидит такая счастливая, вон, посмотри на эту морду, вот, зазеванную, довольную, что мы ее побиваем здесь. Это собака, не знаю, она как в 5-звездочном отеле здесь живет. Здесь даже есть, она что-то у нас делает, там, не знаю, по столу там полазит, там, кусочек колбаски. И не то, что не побьют, но скажут, ну, типа, всякое бывает, ничего страшного. Ну, как-то собака последний раз по столам так вот лазила. А нет. Какой кошмар, я еще 10 раз подумаю, выкладывать это или нет. О, ужас. Ты просто посмеялись чуть-чуть. Забавно же вышло. Дом 2 устроил. Дом 2 открыли, дом 3 открыли. Я в шоке, Данил. Теперь скажи хоть людям, что ты пошутил. Что? А то ведь поверят. Да шучу я, юмор у меня такой. Даже вроде подружка приходит. Даша. Я все даже вот в таком русле шучу. Угу. Она чистую монету уже. Ну не, вначале она принимала за чистую монету, а потом уже поняла, что я это шутник знатный и перестала. Я помню, мы приехали, когда к маме вишню привезли и в Турцию ехали. А когда приехали из Турции забирать собаку, это первый раз, когда мы ее надолго там оставили в Тюмени. Она там что-то лаяла громко. Ну, что-то такое. И все. Я спала. Утром приходит полиция, постучалась, ну, у нас сосед там что-то сделал, и по поводу соседа пришли выяснять. Я такая просыпаюсь, слышу, что там, типа, опер уполномоченный такой-то, такой-то. Я сквозь сон причем это все слышу. Все, они там поговорили, вышли за дверь. Данил выходит. Я такая спрашиваю, что случилось? Че полиция-то приходила? Он говорит, так собака, говорят, громко лает. Соседи пожаловались, что мы живодеры. Я сижу, я вообще в шоке. Я все вот это вот за чистую монету воспринимаю, понимаете? Он надо мной издевается. Это приходили вообще по поводу соседа. А он это вот так вот шутит. Вот такие вот шутки у него. Он надо мной издевается, как может. Вчера тоже мама отправляла мне шапку. Я пошла за этой шапкой раньше на почту просто, чем она, ну, чем пришло извещение. Да, я этот контейнер уберу. Анбокс. Я пришла на эту почту раньше, чем пришло извещение. И, короче говоря, вчера приходит извещение, он его забирает с почты, подходит ко мне и трясет бумажкой. Надя, тебе повестка в суд пришла, тебя в суд вызывают 3 марта. А кто знает, у меня судебные разбирательства до сих пор не закончились со страховой компанией. И они как бы в Тюмени проходят. А можно вот пакетик принести, перевести? Не могу. И он мне говорит, тебя в суд вызывают. В 12 часов ночи у меня волосы дыбом от этой информации. Он надо мной издевается? Вот кто над кем издевается в этом доме? Вот кто абьюзер? Забавно же вот, было. Вот он сидит. Ну было забавно, чё? Очень, я ухохоталась просто. Да ты же не поверила, тут 3 секунды там было это ошеломление. Угу. У меня радость была. Что напакостил. И смотрит она как контент-продюсер. Чтобы вы понимали, у нас еще сейчас должности продюсера. Все, давай прощаться. Может, нам в следующий раз, типа, снять, знаешь, мукбанг в стиле, типа, как быстро мы сожрём роллы? Нет. Типа, челлендж. 3 минуты или платим 1000 рублей подписчикам. Да, ну, не так много мы и заказали сегодня. Да нет, чуть-чуть, на самом деле. Значит, я первый раз в жизни заказал без холодизма, я понял, что, типа, так надо поступать. Чтобы, типа, никогда в холодильник ты выбираешь. А они специально в холодильнике остаются, и потом они не очень. А сейчас мы чуть-чуть заказали. Вот, я именно про то, то есть, типа, мы заказали, типа, прошло время, то есть, ну, мы съели там за 20 минут, за 15 употребили. Это было вкусно, приятно, вот они свежие. В холодильник уберешь, все, типа, ну, там, не знаю, час-полтора проходит, они уже не какущие. Рис засыхает, все дела. А я дальше раньше делал, дурак был. Вот мне, я фильку заказывал, это, когда еще бабуля жил. А я не съедал же, там, типа, ну, там, не знаю, 20 роллов, 30, типа, брал себе. И этот, ну, не съедал. От жадности. Да, и типа, ну как бы с ними что будет? Я знал, что они засыхают. И брал просто сверху такую пачку соуса и поливал. Холдо ставил. Дурак был. Они же соус этот впитывают, ты потом берешь и вот такие вот. Они же соленые, невкусные. Ужасные. Не, на самом деле я жрал все, как бы, что студенты, типа, море по колено. Ну, типа. Ладно, все. Это было не получаться. Очень. Всем пока. Если я это выложу, конечно же. Всем пока. Всем пока. Это... Спасибо, что посмотрели. Слушай, этот трэш. У меня такой юмор, у Нади такой юмор. Мы так смеемся, нам так забавно. У меня не такой юмор, я не понимаю этот юмор. Ты понимаешь, ты я просто юмор. Приспосабливаюсь и живу с этим. Тебе нравятся эти шутки? Нет. У тебя же так же порвал.
За шею, потом говори. Да не, на самом деле, мы любим друг друга, поэтому мы так шутим. Там был танец кораблик. Что просмотреть? Господи, это вырежу. Я это вырежу. Господи, какой трэш происходит. Трэш-контент. Андрей Гобзавр и Людмила Людмурик. Мне кажется, в нашей обстановке ты это какого? Как там тетка же живет у них там? А нет, ты это... Катериночка. А не Катериночка, ты... Как приходит такой волосатый дочерский раз там в полгода? Ты Женя Панфурик. Вот ты Панфурик, а я этот... Людмила Людмурик. Только знаешь, Женя Панфурик к ним приходит и уходит, а я живу с этим. Я живу в атмосфере постоянного трэш-стрима. Что это? Мюзикл. Всем пока. Любим, целуем. Всем пока.